Так, в этом ролике маленькой части я вам покажу датчик спидометра и куда его можно подключить, если с контроллера не выходит провод. В данном случае вот он у меня. Он подключается к одной из фаз, к любой, без разницы. И спидометр у вас заработает. Давайте переключимся. Где оно здесь? Здесь оно, вот оно. Так, как сейчас камеру поставить бы. Так, сейчас я подсвечиваю тут еще. В общем, блин. Дико-дико извиняюсь. Вот он у нас шлейф идет. И здесь идет такой, вот у меня идет вот здесь средний. Вот пимпочка идет. Как бы убрать? Вот пимпочка идет. И вот здесь средний идет. Вот он, серенький. И он туда выходит. То есть мало ли у кого проблема возникнет. Вот он провод. Это спидометр. Что-то как-то засвечивает камера прям. Не снимает. Ну вот он. Пимпочка. И вот он средний пошел, пошел. Средний серо-белый. Пошел в основную проводку и выходит там. Подключаем и все работает. Если скорость не совпадает, надо разбирать. Я, кстати, буду разбирать и смотреть. Как раз здесь допишу, наверное. Нет, наверное, пусть он такой маленький останется. В общем, как-то вот так. Или допишу, если камера не сядет. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.